Maxo. Big dealie, oh my. Великали? Очень даже вовремя. Ну, может быть, и Лео тоже виноват, потому что уси Форхенда не промахнулся. Вот здесь промахнулся. Быстрее пришло в себя. Ну, конечно, Рафа нагружает сегодня бэкхенд Майера не по-детски. Да, вторая подача значительно уступает первой. Но тут уже не прошло. Ровно. Да, на подачах своих, конечно, Майер, когда они проходят, тут пока не пробиваем. Ой! Переиграл здесь Лео Майер. Вот мы сами при... Ой. Молодец, Леонард. Эпизод очень важный. Надаль берет попытку. Прекрасно, слета у всех. Ну и здесь какая-то. Какая-никакая уже появляется. Продолжает борьбу. Прекрасно бьет Майер и забивает прямо в угол. Непростой мяч. Очень хороший шанс на даже выигрыш сета. Говорю об этом сейчас прямо, потому что нечто подобное было в первом сете с Даниэлом, когда при счете по 4 Рафа отдал гейм на своей подаче и потом проиграл сет.
0-30. Ну вот, когда это было нужно, Рафа все сделал идеально. Прекрасный розыгрыш, чем-то напоминавший, не правда ли, то она была просто необходима. Очень был хороший прием от Рафа, несмотря на то, что Майер все равно так упорно его под бэкхенд продолжал. Да, там уже было два хорошо. Это, по-моему, уже все-таки второй был отскок, на который Рафа отчаянно пытался успеть. Прекрасно играет Майер. Посмотрите, и подача получилась уходящая. Не очень остро. Смотрите. И Лео как раз продолжал движение в сторону того угла, куда полетел мяч от Рафы. Вот еще разочек, своевременно, да? Лео вышел на оперативный простор для атаки. Там с форха... Неожиданно, да? Рискнул, сыграл, но неожиданно сыграл. Да, причистка Рафаэля не обманул. Это изменение последних геймов. Совсем выронилась игра. 1-2. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Конечно, очень расчетливо сыграл Надаль. Такие мячи. Еще бы на тайбрейке. Такая потеря. Майер. Переход. Понятно, что Рафа здесь на этом крепкий орешек сегодня. Рафе достался. И все-таки Лео выигрывает. Причем, да, со второй попытки. Тайбрейк первого сета. Ну что ж, Рафе не впервые терять партию на этом турнире, но...